Да, обратите внимание, как уже очистилась вода. Представляете, как это будет работать у нас в организме? Причем прошло вот буквально, ну, не так много времени. Представляете, сколько у нас за день, вот то, что мы говорили, там, экология и все вот эти моменты, насколько оно ужасно влияет. Потом начинаются у кого-то одни вопросы, у кого-то другие, третьи, пятые, десятые, и это все. Вот наши продукты, которые ощелачивают и защищают то, что очень важно, наш организм, все это нейтрализирует. Поэтому аплодисменты продукту. Кстати, не зря ты много налила, потому что люди все устроены одинаково. А вот этот товарищ, наверное, был с многими вредными привычками. Ему надо не одна была капсула шприца, то есть не одна концепция. Кто видит в нем себя? А много-много всего. Поэтому это не зря у нас так все получилось. Это ответ на вопросы. Аплодисменты продукту. Да. Ну что, к самому интересному. Друзья, кто готов встречать Новый год с коралловой водой, без шампанского? Как это без шампанского? Как это без каких-то напитков вкусных? Вот. И у нас есть продукт, который позволяет сделать для нашей печени, ну, абсолютно комфортное чувство, встретить любой праздник. Кто знает о фан-детоксе? У нас есть продукт фан-детокс. Фан-детокс, печень, защита ее. Ну что, поехали. У нас сегодня эксперимент. Кто-то, может, его уже видел. Да? Кто-то его не видел. Как вы считаете, от чего надо защищать нашу печень? От нас. От нас? Нет, не надо. Нет, не надо. Вот надо ставить обязательно. От чего защищаем нашу печень? Друзья мои. От плохой еды. От плохой еды. Дальше от чего? Консерванты разные. Ешки, красители. Консерванты, красители, то, что несет питание токсическое, да? Бытовая химия влияет на нас. Печень, это как биохимический цех, все это поглощает. Алкоголь, курение, чем мы дышим, экология, в том числе и стрессы. Я наливаю в один стакан спирт. Да, спирт, Лайса. И другой водку. Да. Могу дать понюхать с этой спиртом. Вопрос, да. Серега уже пьяный, он спортсмен, ему даже нюхать такого нельзя. Спирт? Нормальный такой, 96,6. Спирт? Оу! Так, хватит? Да. Здесь водка. Нет. Нет? Коля. Да? Акушер и Нико. Это домашний спирт. Я одинаково это взяла. Все, вот праздновал. Одинаково. Одинаково. Представим себе, что это печень, которая набрала на себя различные токсины, да? Вот. Дальше у нас есть такой продукт, как куриное яйцо. В чем суть? В том, что наш белок и белок куриного яйца, в принципе, более по своим набору, да, аминокислотам похож к нашему. То есть, и мы сейчас посмотрим, как будет реагировать, допустим, алкоголь с печенью, да, с клетками печени, как вот происходит реакция. Тут спирт. Да, здесь, да? Спирт. Да, сюда разбиваем яйцо. Вот. А есть другое? Представьте себе, что это попадая, что, допустим, там, стакан чего-то, рюмочка, неважно, алкоголя, либо же просто какая-то токсическая на человека идет атака, чем-то он подышал. Банально доместосом помыл дома, извините, унитаз. То же самое происходит. Вот клетки печени просто сворачиваются. Понятно, что печень, кстати, самый благодатный орган. Помните древнюю мифологию? Персея приковывали к стене, к скале, да, и орел прилетал, отклевывал печень, и на утро она возрождалась. Так вот, если печень не, скажем так, не нагружать, дать ей все необходимое, она будет регенерировать. Поэтому 3%, если есть печень, она возобновится. Но клетки погибают каждый божий день. Вот, вот что происходит. Это спирт, это водка. То есть кто-то покрепче любит, кто-то чуть меньше, неважно, больше токсины человек употребляет, меньше токсины. Все равно клетки печени не разрушаются. Еще один важный момент. Почему важно, многие, в том числе дистрибьюторы, уже коралловцы,
забывают о самом важном клеточном питании. То есть чистятся, пьют детоксы, но забывают о аминокислоты, витамины, ферменты, минералы, жирные кислоты каждый божий день. Вот. Оно же с чего-то должно восстанавливаться. Почему некоторые люди не получают какого-то классного явного результата? Потому что забывают о клеточном питании. И не на один месяц, а на длительный очень период. И вот у нас есть водка. Мы сюда добавим фан-детокс. Как там говорят, с утра не выпил, день пропал, да? Кстати, обожаю фан-детокс за его вкус. Он мне напоминает узвар какой-то, да? Квас. Вот. А кто знает историю фан-детокса? От создателя. Каждый день пил, да? Да, корейский, южнокорейский ученый, он входит в 2000 ученых 21 века. Он 13 лет изобретал вот эту формулу, пробовал, экспериментировал. Когда формула была известна, он испробовал продукт на себе. В день он выпивал 2 бутылки рисовой водки и несколько стиков фан-детокса. За год его печень не изменилась. То есть потому что является классной защитой. Какие уроны? Смотрите. Даже опустилась внизу. Вот. Абсолютно, ну как бы. Это говорит, во-первых, о защите. Вот. Не только от алкоголя, химические, токсические, да, вещи. Вот. Дальше. Это говорит о том, что наша печень с токсической нагрузкой, она может регенерировать, если дать клеточное питание. Тот же лецитин, артишок, бурдок, что у нас еще есть, омега, аминокислотный наш ряд продуктов. Но это позволяет, кстати, очень хорошие результаты люди получают, когда проходят какие-то химиотерапии, когда много кушают различных антибиотиков, либо химических каких-то препаратов, да. Допустим, надо человеку, вот часто же в наших группах нам пишут, надо срочно человеку сделать какую-то операцию или вывести его из какого-то там состояния. Вот. И представьте себе то, что да, человеку назначают масса продуктов, уколов, там, капельниц, но фан-детоксом он может это все дело потом вывести. И ну, были такие случаи, когда после проведенной химиотерапии и достаточное количество химической там, фармпрепаратов, люди делали результаты, ну, анализы, и результаты были очень классные. Вот это работа нашего продукта, да? Вот. Как вам результат, друзья мои? Браво нашим продуктам. Вот. Это то, что наглядно мы можем с вами видеть. У нас есть возможность пользоваться таким продуктом. Кстати, сейчас у нас есть набор «Здоровая печень». Да, туда входит ассимилятор, фермент, который позволяет все расщепить, и вся еда проходит очень комфортно. Вот. Фан-детокс, который защищает, и Королмайн, который выводит и нейтрализует. Да? Вот. Мы с вами, в принципе, прошлись по концепции. У нас еще есть один результат, так как мы супермаркет здоровья, у нас есть продукты для здоровья, у нас еще есть продукты для нашей экологии. Мы Машу опять пригласим. Вот, Лесь, вы, наверное,